Ребята, здорово! Сегодня очередная тренировка. Будем делать два базовых упражнения. Давно не делал брусья. Вот будем отжиматься на брусьях сперва, а затем подтягивание. Всего будет 8 подходов. Начинаю с 40 отжиманий на брусьях и 20 подтягиваний на перекладине. И затем уже спускаемся вниз, то есть так называемые дроп-сеты. В общем, время терять не будем. Я все пошел делать. Видите, ветер очень хороший, довольно. После брусьев я где-то сейчас отдыхаю около минуты, чтобы восстановить дыхание. Делаем 20 подтягиваний потом. Сделали 20 подтягиваний, 30 отжиманий на брусьях. Тоже отдыхаем где-то минутку, восстанавливаем дыхание. Thank you.
Сегодня погода не очень. Хотел пробежаться перед тренировкой. Но на стадион, покажи, пожалуйста, вон там весь лед. Бегать невозможно, к сожалению. Сейчас после отжиманий, 30 отжиманий сделали, 15 подтягиваний. Всю неделю тренируюсь каждый день. Вот сегодня вам выкладываю видео. Не обещал, конечно, выкладывать. Но у меня получилось. Так, сейчас 20 отжиманий и 10 подтягиваний затем. Минуту отдыхаем, делаем 10 подтягиваний. Сегодня чисто два упражнения. В общем, thank you.
еще два подхода, 10 отжиманий и 5 подтягиваний. В этой тренировке мы прокачиваем всю верхнюю часть тела. В подтягиваниях прокачиваем мышцы спины, руки. На брусьях также руки, задняя поверхность вот этого плеча, трицепс, трехглавые мышцы прокачивается. Плечи на брусьях, грудь работает. И также мышцы пресса работают. Подтягиваем их и на брусьях также. Мышцы кора, в общем. Так вот, ребята, такая простая эффективная тренировка. У меня получилось 50 подтягиваний на перекладине и 100 отжиманий на брусьях. Пробуйте эту тренировку. Пишите в комментариях, что у вас получилось. На этом я заканчиваю. Встретимся через неделю. Все, всем пока.